Омская молодежь совместно с представителями общественно-патриотических объединений региона приводит в порядок захоронение героев России, Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Субботники проходят в рамках подготовки ко Дню Героев Отечества. Один из них состоялся на территории Староседерного кладбища. Каждый год в Омской области, в самом городе Омске, мы проводим ряд мероприятий, в том числе и уборка территории захоронения наших земляков, наших героев, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свою жизнь, и других локальных конфликтов. Я считаю это правильно, потому что ценности наши Омской области, России, надо передавать нашей молодежи. Студенты учебных заведений, волонтеры Победы, студотрядовцы провели уборку на более чем 40 местах захоронений. Смели опавшую листву, собрали мусор. Волонтеры Победы ежегодно принимают участие в этой акции, потому что для нас важно хранить и чтить память о тех великих подвигах, которые были совершены. И участие в данной акции наших ребят это лишний раз доказывает и говорит о том, что современное поколение, оно уважительно относится к подвигам, к истории региона и страны, и будет продолжать это делать. В завершение на могилы легли алые гвоздики. Также субботники прошли и на других кладбищах Омска, и в районах области.